Еще один универсальный мини-стадион возведен в нашем городе по программе «Газпром детям». Территория парка «Зеленый остров» стала спортивнее. 16 октября здесь торжественно открыли многофункциональный объект, на котором теперь ребята из ближайших школ смогут проводить уроки физкультуры, а также заниматься футболом, волейболом, баскетболом, легкой атлетикой и даже выполнять нормативы ГТО. Благодаря сотрудничеству правительства Омской области с группой компании «Газпром» на спортивной карте региона появляются все новые площадки для активных занятий физкультурой. Эффект, который имеется, он, естественно, налицо. Это доступность и для детей, и для взрослого поколения, и для каких-то спортивных школ. Этих объектов очевидно. Всегда у чего-то должен быть хозяин. И поэтому основной посыл программы – это именно привязка объектов к тем образовательным учреждениям, которые в дальнейшем будут его обслуживать, поддерживать и, естественно, проводить там обычные занятия, учебные, секционные. Поэтому я уверен, что такая помощь, которая вот, ну, сейчас образовалась, да, вот в течение этих уже 3 лет, она, безусловно, очень помогает региону. Площадка для мини-футбола с искусственным покрытием. Легкоатлетическая беговая дорожка с покрытием на основе резиновой крошки. Площадки для баскетбола, волейбола и гимнастический комплекс. Ребята с большим удовольствием тестируют новый мини-стадион в товарищеских матчах. Очень рад, что открыли данный мини-стадион, который будет давать хорошую возможность заниматься баскетболом и другими видами спорта. Надеюсь, ну, это как-то повлияет на людей в Омске, будет больше спортсменов, больше людей будет заниматься спортом. Красиво, так это хорошее место для площадки футбольной. Я люблю больше в мини-футбол играть, потому что здесь формат меньше, как бы больше голов можно забить. Очень даже, можно сказать, отличное поле в хорошем состоянии, ну, погода хорошая. Зеленый остров называют легкими Омска. Парковая зона, свежий воздух лучше не придумаешь для занятий спортом. Мини-стадион пустовать точно не будет. На 2017 год в рамках программы «Газпром детям» было запланировано открытие 8 новых объектов. 7 из них уже введены в эксплуатацию.